Марина! Чао, Калоджи! Чао! Привет, Юлечка! Привет! Привет, дорогая! Чао, Джулия! Чао! Allora, perché mi avete convocato? Cosa è successo? Так, рассказывай, Мариночка, что произошло у тебя? Как у тебя дела? Дела у меня замечательно. Все просто в шоколаде. Tutto va benissimo, sto da Dio. Quindi suppongo che tu non voglia una sessione. Так что я предполагаю, сеанс не для тебя, он тебе больше не нужен. Per cosa mi hai chiamato Сейчас quindi? мне... Да, точно не нужен больше. Зачем мы сегодня тогда встретились? Ее пример послужил мне толчком к этому сеансу. Ecco, sua mamma dice che siccome ha visto l'esempio di sua figlia, ha deciso anche lei fare la sessione. Bene, allora facciamo ordine. Marina ha fatto una sessione tempo fa. Facci un breve riassunto, dici quali erano i punti della tua sessione e cosa è successo dopo la sessione e in quanto tempo. Так, давайте по порядку. Значит, некоторое время назад Марина прошла сеанс. Так что расскажи нам, что у тебя было до сеанса, что вышло на сеансе и что произошло потом с тобой. Хорошо, все расскажу. Значит, до сеанса у меня были проблемы с памятью, вот, с нами всевозможными нехорошими катаклизмы там случались разные. Вот, и мандраж перед всякими выступлениями публичными, экзаменами. Prima della sessione facevo tanti incubi, avevo tremore in tutto il corpo prima di parlare in pubblico e non stavo bene. Вот. Ну, физические были кое-какие моменты со спиной, связанные с проблемами со спиной. Вот, головные боли, вот. Ну, много всего было. Вот. A livello fisico avevo tanti dolori alla schiena, alla colonna vertebrale, mal di testa e tante altre cose. А вот. После сеанса, сразу скажу, было такое очень странное состояние потерянности какой-то. Я не понимала, кто я. Я так и не поняла после сеанса, кто я. Ecco, dopo la sessione diciamo che c'è stato un periodo quando mi sono sentita persa, perché non sono riuscita a capire chi ero, chi sono. Мы обсуждали первый эгрегор, я помню, вот, ну, пересматриваю много раз, не, уже знаю. Вот, и у меня было такое ощущение, что мы обсудили достаточно важные вещи, глобальные вещи, но кто я такая, откуда пришла, вот, и что вообще здесь делаю, как сюда попала, я так и не поняла. Ecco, durante la sessione abbiamo indagato tanto su un egregore molto importante e abbiamo dedicato tanto tempo a quelle indagini, ho riguardato la sessione più volte, però avevo una sensazione che non è saltata fuori l'informazione che trattava me stessa durante la sessione. Вот. И где-то неделю вот, я была в таком состоянии, но меня из этого состояния, честно говоря, вывела моя спина, которая я обнаружила, что она перестала болеть. Буквально там через два дня я уже поняла, что я стала нормальным человеком и могу функционировать в этой жизни, да, в любой сфере физической, я имею в виду. Ecco, dopo una settimana dalla sessione mi sono accorta che, cioè, praticamente a distanza di due giorni sono spariti i miei dolori alla schiena, che potevo muovermi tranquillamente, potevo vivere tranquillamente senza avvertire quei dolori. Ok? Вот. Все из головы вылетело, Юлечка. А вот потом с дочкой я передавала информацию дочери и маме. Вот. Я стала замечать, во-первых, у мамы перемены сильные, вот, и в дочери. Ecco, ho passato le mie informazioni durante la sessione a mia figlia e mia madre e ho cominciato ad avvertire cambiamenti, soprattutto in mia mamma. Вот, во-первых, дочка стала много говорить о
Ну, на самом деле я мало что рассказывала об этом. Сеанс она не смотрела, но она стала говорить о каких-то... Мама, давай что-то с этим сделаем, с этим страхом, давай вместе там, выгоним их. Вот. И мы выгоняли их сначала достаточно агрессивно, а потом поняли в какой-то момент, что нужно это делать по-доброму, открывать какие-то красивые, какие-то добрые миры для них, чтобы вот посылать им добро. Ecco, e siccome per quello che riguarda mia figlia, siccome non ha visto la mia sessione, però ho cominciato a notare che lei voleva liberarsi da questa paura che nutriva, paura del buio e così via, e abbiamo cominciato a fare certe pratiche per liberarsi da questa paura. Prima lo facevamo in modo abbastanza aggressivo, invece dopo un certo punto abbiamo capito che è meglio aprire dei portali con dei mondi molto belli e piacevoli ed ha funzionato. Потом, что касается моей боязни публичности, вот, и у меня появились такие новые совершенно чувства, когда я на учебе стала сама вызываться для, например, презентацию сделать, да, голосовую, и я в первых рядах, вот, старалась сразу себя не то что настраивать, а у меня был какой-то внутренний порыв, что я должна и что в этом нет ничего страшного. Per quello che riguarda la mia paura di esprimermi al pubblico, perché prima facevo questa fatica a dare degli esami e così via, ho notato che adesso dentro di me c'è qualcosa che mi spinge ad essere la prima a parlare in pubblico, a dare gli esami e di non aver paura di nulla. Complimenti, veramente complimenti. Комплименты, дорогая. Спасибо, спасибо. Grazie. Вот, значит, что еще? По поводу головные боли прошли, и страшные сны прошли, я перестала бояться совсем. Ecco, mal di testa non ci sono più, e poi non faccio più gli incubi perché non ho più paura di niente. Мне, даже если вот снились недавно достаточно такие серьезные вещи, и я просыпаюсь, обычно у меня страх, я боюсь сразу темноту, я боюсь вставать, везде включаю свет. Боялась, да. А сейчас я просто смеюсь над этим, я понимаю, что происходит, я понимаю все механизмы, мне реально смешно просто. Смешно, и интересно это анализировать все. Ecco, adesso invece se faccio un sogno un po' strano, un po' pesante, se prima mi svegliavo terrorizzata dalla paura, avevo paura del buio, andavo ad accendere subito la luce, adesso non è più così, mi sveglio incuriosita, rido, perché capisco adesso tutti questi meccanismi e sono anche curiosa ad analizzare tutto questo. Вот, и у меня такой, знаете, контакт состоялся, меня... И второй меня. Вот. Я как бы иногда сверху даже смотрю на себя, посмеиваюсь, вот, потому что какие-то физические моменты, какие-то установки и программы, они еще есть, но я их не то что контролирую, я иногда не могу их контролировать, но они у меня... Я ими руковожу, по крайней мере, как-то. Я их вывожу и своими мыслями, не знаю, своим настроем. Adesso bisogna fermarla quando parla in pubblico. Да, теперь у тебя точно нет страха публичных выступлений, молодец. No, dice, adesso siccome c'è questo contatto fra le mie due parti, no, concia e inconscio, mi guardo un po' da fuori, vedo magari certi programmi che sono ancora lì in attivo, e però riesco a gestire questi programmi, non sono più quella che subisco certe cose. Marina, in quanto tempo hai avuto questi risultati? In quanto tempo si è metabolizzata la sessione? Mariночка, сколько времени тебе потребовалось на то, чтобы получить эти результаты? Ну, первые результаты уже были буквально через два дня, а вот полная нормализация – это где-то месяца полтора. Ecco, diciamo i primi risultati li ho avvertiti a distanza di due giorni, quando sono passati i dolori alla schiena, e il processo di metabolizzazione e di stabilizzazione è durato per un mese e mezzo. Bene, un tempo medio
Molto probabile, sì. Да, это как раз правильные сроки, да. Что у тебя с креативом? С креативом? Я еще немножко сомневаюсь, но мне уже легче. Я чувствую себя полноценной, сильным существом. Я как бы собралась вот всю себя собрала в одно. Раньше я была, да, я стала целостной. Раньше я была какая-то раздробленная вся. Сейчас я целая, и мне гораздо проще себе доверять. Ecco, per quello che riguarda la creatività, adesso mi sento integra, mi sento un tutt'uno e mi sento forte, perché prima avevo una sensazione di essere frammentata e quindi non avevo fiducia in me stessa. Invece adesso ho questa fiducia, ecco. Ottimo, Marina, grazie per la tua testimonianza. Отлично, Мариночка, благодарю тебя за твой отзыв. Я благодарю, Павел Жира, от всей души благодарю. Anch'io ti ringrazio da tutto il cuore. Adesso sistemiamo tua madre, tranquilla. Хорошо, а сейчас мы приведем в порядок твою мамулю, так что будь спокойна. А да мы уже пока так говорим, да? А потом уже включишь.